Одной головной болью меньше. Жители дома номер 7 по проспекту Ильича вздохнули с облегчением. Киоск, который мешал комфортной жизни копейчан, наконец-то снесли. Как это было, смотрите прямо сейчас. Комментарии излишни. Вы обещали до 3 июня полностью освободить. Вы ничего не освободили. В этом требовании вы согласились. Сейчас мы просто делаем. Сейчас милиция описывает ваш товар. Увозится все это на ответ хранения. Потом вы будете оплачивать за ответ хранения и забирать свой товар. Свидетелей очень много. Милиция имеет на это полномочия. Мои окна квартиры выходят на этот киоск. И постоянные беспорядки, шум, крики нам просто мешают жить. Здесь гуляют маленькие дети, у меня самой дочка маленькая, она видит вот этих всех пьяниц, потом они сидят во дворе, распевают. Нам начались поступать жалобы от жителей Копейского городского округа. Тогда мы подняли всю документацию, как это все было, и отправили документы для исполнения. Суд вынес решение об освобождении земельного участка, и чтобы господин Ходаков освободил земельный участок, а госпожа Акулова вывезла свой некапитальный объект. Сегодня мы производили исполнительские действия на основании исполнительного документа об обязание должника убрать данный киоск с земли, принадлежащий городской администрации. Исполнительный лист выдан в феврале месяце. Должник был обязан до апреля месяца данный киоск убрать. Однако требования не исполнял. Администрация пыталась своими силами решить данный вопрос. Но, однако же, должник на встречу не шел. Всячески уклонялся от исполнения решения суда. Наша служба, значит, совместно с администрацией, с органами полиции, приняла решение о принудительном удаление данного киоска, что мы сегодня и с вами исполнили.